Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. Это Fallout Shelter, 4 сезон, 1 серия. Мы уже перешли на 441 убежище. Это самый последний сезон, ребята. Это режим выживания. Мы там уже не имеем права уже никого воскрешать и так далее подобное. Поэтому я сегодня решил заснять. Живой записи не будет, как я уже говорил. Только будет обычные записи прохождения игры. Поэтому, ребята, я буду снимать их все равно, как бы там не было такая-то ситуация и так далее подобное. Сегодня это у меня, да, первая серия будет такая самая длинная. Ну, сейчас мы уже туда погрузимся. Итак, мы погрузились. Все наши люди уже так уже вооружены. Так, это всегда у меня так хрень такая. Так. Одного у меня случайно оружие попалось. Из этого, как его, вот этот. Усиленная винтовка Гаусса. Вот это я сейчас его хочу его вернуть и поменять, потому что одного человека у меня с высоким уровнем. Жизнь будет, естественно, уменьшаться намного быстрее, чем я думал, если честно говоря. Но наш один человек, вот этот, который у нас сейчас мы взяли, у него 39 левел, у него вообще все высокое. Он единственный, кто будет у нас путешествовать. Конечно, я бы создавал его использовал для создавания производства лекарства побольше. Плюс еще чтобы найти побольше людей. Но такое не получится по одной причине, потому что мне либо его отправлять на путешествие, либо это такого. Но это наш мистер Букер. А, к сожалению, в этом режиме, вот то есть в этом прохождении, в смысле, да, режима сурового. Режим выживания. К сожалению, нас там не будет в этой сезоне. Потому что здесь жестоко будет. Намного жестокость. Потому что после смерти ты уже не вернешься. Потому что здесь нельзя никого не вернуть, никогда не сможешь. Даже если во время путешествия, там то же самое все. Я бы с удовольствием ускорился, но его нет смысла его, потому что он не так долго ходил. Он отходил всего на 13 минут. Итак, ребята, я пока что буду еще пока играть, буду делать и продолжать, и доделать, и так далее и подобное. Как я уже говорил, я буду использовать другой программой под названием Baticam. Это самая программа, которая позволяет обычные записи без потери кадров и так далее. Мне придется использовать Camtasia Studio 8, то самая программа, которую мне придется его использовать. Уменьшивать его громкость. Удалить лишние шумы, плюс перерабатывать то же самое, останется такое же качество, все останется, только переделаешь его формат для специального, для YouTube Live, то есть для YouTube. Что-то я YouTube Live, то YouTube Live. Короче, насчет YouTube Live, естественно, будет только скоро, но я не стал его снимать. Потому что я боюсь, что будет то же самое, даже если я не снимаю живую запись. О, нам оружие принес. То есть вот это у нас случайно оказался. Так. Ему дадим такое оружие. Эй, что дело? Так.
у нас пойдет на разведку. А это у нас пацанчик. Пацанчик. Будет помогать там. Потому что больше всего в первую очередь всегда будет проблема с энергией. Ну, просто мы сейчас только что там растянули и улучшили. Ну, я так и боялся. Что так и случится. Они там все равно будут нападать, и так всегда. И без конца. Кстати, там иногда некоторые из наших людей с таким обычным 5-го урона подачи, в смысле винтовки, вот такие. Даже с собой они с собой берут. Да-да-да, если ты к себе принимаешь. Кстати, насчет здоровья, конечно, они будут увеличиваться, ну, типа, пополняться. Только у них это пополняется... один раз только пополняется, только если там ничего не случилось. Вот сейчас опять произошел сбой. Пожар. Пришествие, да, будет больше, чем ресурсы. Ресурсы все равно будут уменьшаться. Сейчас у нас там все равно. Так, наш дружок уже путешествует, наш дружок. 39 уровень. Поэтому, ребята, вот здесь у меня 4-й сезон, да, как я уже сказал, будем расширяться до самого конца. Постараемся как выжить. Она будет одна, самая последняя. Больше него не будет. Ну, я имею в виду... Я имею в виду этой игры прохождения. Но это то же самое. Версия 1.6 для Селя пока что. Но она самая последняя. Даже если выйдет новая версия, наверное, я начну так же заново. Но вряд ли можно назвать уже продолжение сезона. Потому что там будет чисто по новой все версии. Вот. Ну, наверное, совершенно все новое, когда будет новая версия, да? Там где-то 1.7, 1.8 там, и так далее, подобное какая-то выйдет. Вот мы с него там и начнем новое. Абсолютно все сначала. Так же, как будет, так же по 4 сезона делиться. Самое 4 это будет сурово, а 1 по 3 будет обычный режим, который уже видели все 3 сезона, поэтому в этом сезоне, на новом версии, в 4 сезоне, да, мы как раз там и будем в режиме сурово. Выживать будем. А в этой пока что у нас не будет, потому что это последний, потому что больше по ней прохождений не будет. Но я сейчас, конечно, записываю обычные записи, без живой записи, потому что я уже рассказывал, что все уже на пределе. Но то, что я записываю обычные записи прохождения игры, которая сейчас, да, она по-прежнему продолжается. И идеально все. У нас крышки, конечно, есть, там все такое. Опять там случилось. Насекомое. Вот его, вот видите, здоровье пополняется постепенно. Автоматически, даже их лечить не обязательно. Но можно их использовать, только если, конечно, их есть. У нас одна женщина беременна. Да, у нас одна женщина. Да блин, опять горло, как всегда. Одна женщина у нас только беременна. У нее тоже есть оружие при себе, но она просто не может, она использует оружие, потому что они беременны. Поэтому насчет еды помню в порядке, с водой помню в порядке, с энергией тоже. Мы все успели заранее построить все необходимое. Я сначала, ребята, расскажу сейчас о подробности. А да я начал. Я, конечно, извиняюсь, что я так немножко позже начал снимать. Потому что я немного поторопился по одной причине, чтобы ничего случилось. Поэтому
первую очередь я поставил два комнаты, потом энергию, воду и столовую. Потом я растянул только две, это столовую, сначала энергию, потом столовую, потом улучшил его один раз. Это энергию, потом столовую. Насчет улучшения, где воду потребляем, пока что я его еще даже не собирался пока. Потому что у нас с водой в полном порядке, его сейчас нет смысла улучшать. Видите? Они всегда будут нам уже раздражать будет в этой игре, в этом сезоне. Блин, ну, я и же говорил, просто я не особо часто буду говорить, потому что там ничего особо интересного-то нет. Считаете, что они интересны, то, пожалуйста, не смотрите вообще. Но прохождение игры все равно будет, и даже другие, но там только в других играх, где там есть сюжетные линии, я только буду в начале. Остальное меня вообще не слышно вообще. Потому что я... Там даже рассказывать нечего там, в принципе. Ну, я побываю там, где нет сюжетной линии. Ну, я имею в виду почаще. А те, кто сюжетная линия, я там буду редко. Все равно. Но прохождение игры все равно будет. Вот, например, взять не High Speed Концент, да, который я снимал шестую часть гонки, да. Вот я там был в некоторых серий из этих, которые делился на две сезоны. Я же там был на некоторых, но не так много. Не так часто, в смысле. Вот. Поэтому, в принципе, здесь то же самое все относится так же. Конечно, сегодня суббота, класс. Могу спокойно поснимать. Я снимал, конечно, начал только сегодня по этой, но все равно, когда родители вернутся, мне придется иногда снимать без моего голосовой связи. Там, в принципе, потому что родители так всегда. Во, можно улучшить. Можно и тоже улучшить. Вот это нельзя, потому что они все улучшены, только остается еще больше. Вот жалко, что нельзя, например, по две, например. Ой, то есть не по две, а по четыре расстегнуть. Было бы круто. Ну, такой версии таки нету. Там они там, наверное, вряд ли такой сделают. Они просто добавят возможности там новые предметы, новые... создавание чего-то еще и плюс еще какой-то там версии для путешествия и сражений. Ну что ж, я буду заканчивать походу, да? Да, и всем большое всем спасибо, удачи и пока, и удачи, потому что я теперь уже больше не использую ту самую программу, которая была раньше. Нет, на него тоже можно записывать, но не поможет. Всем спасибо, всем пока.